Волга, река мира, международная этнокультурная экспедиция под таким названием проходит по городам Поволжья. Делегация посетила Самару, Болгар и Казань. Сегодня к этому списку добавились Чебоксары. К Афанасию Никитину и Илье Муромцу присоединился Алексей Толстой. Теплоход с участниками экспедиции причалил в порту Чебоксар. Знакомство с чувашской культурой начинается прямо с трапа. Чувашские песни, объединение культур наглядно. Мария Морозова – постоянный участник экспедиции. Вот этот национальный костюм достался ей от матери. Ну, колокольчики – это колокольный звон. Вот мордовские ученые говорили, сперва мордовочку услышишь, а потом уже увидишь головной убор ашкат, то есть оберег от плохих людей. Вот это вот кровь, как называется, это только у нас в Мордовии, в нашем районе, это тоже оберег. У каждого свой неповторимый образ. 76 участников из 17 регионов России и ближнего зарубежья. Ульяновская и Ленинградская области, Эстония, Коми, Мрел, Башкирия, Мордовия. С каждым годом география расширяется. Чувашии первый раз и участвую первый раз, но такое впечатление, прям довольна очень. Обмен опытом. И, конечно, общение с людьми своей национальности. Да, я с Башкирии, меня тоже пригласили. Это вообще радость. Это общаться с людьми своей национальности, только они с других мест. Там же нас много с разных регионов приехало. Очень-очень большие впечатления. И вообще море позитива. Все очень классно. Программа экспедиции насыщена. Круглые столы, семинары, мастер-классы на воде, встречи с представителями других регионов на суше. Основная тема этого года – сохранение и развитие национальной культуры. Это особенно актуально в сельской местности. Основная проблема, конечно, материальная база. Как можно решить эту проблему? Проекты, национальные проекты. Сейчас очень актуальна тема национальных проектов. Мы затрагиваем эту тему национальных проектов. У кого какие проекты? В ходе экспедиции, конечно, представители набирают опыт, между обмен опытом. А также приходят к договоренностям. Минкультура Чувашии и Миннацполитики Мордовии подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение укрепит наше взаимодействие уже на официальном уровне по всем направлениям, и по архиву, и по музеям, по театрам, и среди между органов исполнительной власти. Конкретные планы есть, наработки есть, то есть будут продолжаться старые наработанные проекты и, конечно же, новые. Будем вместе вот такой командной игрой их выполнять, все эти пункты, ну и в дальнейшем расширять наше сотрудничество. Это только пойдет на благо нашей России и народов, проживающих на ее территории. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.